Добрый день, дорогие подписчики моего YouTube-канала. Сегодня я к вам с новым видео. Не самым веселым, может быть, но тем не менее хочу объяснить, почему я ухожу из компании Marina Health, и на этом наше сотрудничество заканчивается. Прежде всего, хочу напомнить всем, о чем я, в принципе, так и так каждый раз говорю, практически в каждом своем видео, что я сетевик-продукторик. Что это значит? Это значит, что мне 41 год, у меня деткам год и 3 годика, и я не собираюсь ни в 50, ни в 60, ни в 70 становиться вот этой вот бабулечкой или даже вот этой вот пожилой женщиной, как их называют. Нет, я просто хочу жить и быть женщиной в самом расцвете своих сил, радоваться, быть полной энергии, здоровья, пышущего красотой там, и так далее, и так далее. Я думаю, что эта тема, она близка каждому из вас. И поэтому, прежде всего, я всегда ориентируюсь на продукт. Почему? Потому что я продаю только то, что я пью сама. А я не выбираю, просто не выбираю портить свою карму, когда я пью одну вещь, а продаю другую. Поэтому, если я это пью, это пьет моя семья, мои детки и так далее, значит, я это продаю. Если я это не пью, ну, соответственно, я это не продаю. Знаете, мне совершенно чужды вот эти вот сетевые заморочки по поводу будущей приверженности своей компании там и так далее, и так далее. Единственное, кому я привержена, это своей семье, моему здоровью и благополучию, прежде всего, физического, да, духовного, эмоционального, меня и моей семьи. Поэтому вот, если кто-то придерживается иной точки зрения, ну, как бы, мы все живем нашу жизнь, да, в соответствии с теми принципами, которые мы для себя устанавливаем. Для меня нет никаких приверженностей компании. Я очень рада посотрудничать с одной, с другой, с третьей. А если там достойный продукт, если наука шагает вперед, да, и у нас все равно ничего не стоит на месте. Что-то движется вперед и так далее. Вот. Но, тем не менее, я бы хотела поделиться некоторыми причинами, которые произошли в основном все в сентябре 2023 года. И, соответственно, которые подтолкнули вот целую цепочку событий, которая развивалась за эти 6 месяцев, и в итоге привела меня к тому, что вот я ухожу из компании, кстати. Прошу считать это официальным видео, соответственно, я так понимаю, вы меня сразу терминируете. Но об этом, ладно, чуть попозже. В общем, цепочка событий. Наверное, начну с первого, может быть, это и не самое главное, но это было то событие, которое дало мне пинок под зад, называется. Знаете, это когда Япония в сентябре 2023 года объявила программу национальную, что они начинают, да, по сбросу радиоактивных вод в океан. Я уверена, что все вы видели эти новости, да, потому что, ну, оно действительно было кричаще, оно было во всех, даже на федеральных каналах. Ну, естественно, Китай сразу же отказался, да, от всех японских продуктов, и у меня возник на фоне этого очень большой вопрос к компании. На тот момент компания предоставила результаты лабораторных анализов, которые подтверждали, что, соответственно, радиации в продукции нет. Но на минуточку. Тогда еще я посмеялась, потому что было очевидно, что это было на старую партию, да, соответственно, сырье для изготовления, которое было собрано, ну, явно до сентября 2023 года. А больше я таких сертификатов пока что от компании не видела. Но я думаю, что при условии того, что компания будет предоставлять своим потребителям, да, такие сертификаты, ну, на регулярной основе, на каждую партию, то, в принципе, проблем, ну, с потреблением этих продуктов не должно быть, да, объективно, если лабораторные анализы показывают отсутствие радиации. Но тут уже каждый делает свой выбор. Вот, но это был такой очень большой момент, который, как говорится, осадочек оставил, да, и сподвиг меня там каким-то дальнейшим действием. Вот, вторая причина была, это то, что, естественно, как мы все знаем, в сентябре 2023 года компания подняла на 20% цену на свою продукцию. Дорогая компания, я, конечно, все понимаю, вы полностью обелились и вышли работать в белую на просторах нашего государства, и это отлично, похвально и как бы вызывает уважение. Но почему все делается всегда за счет клиента? То есть все расходы всегда перекладываются на конечного потребителя. Да, конечно, это закон бизнеса, да. С одной стороны, я это понимаю, но опять-таки осадочек остался. 20% все-таки это пятая часть и без того недешевой продукции. Вот. Ну и третий пункт, который вытек из второго пункта, да, заключается в том, что я же, естественно, как потребитель, друзья мои, я надеюсь, вы не думаете, что я эту продукцию получаю бесплатно.
Нет, я ее покупаю за точно такую же полную стоимость, как и все вы, как и в принципе все потребители компании Marina Health. Поэтому, естественно, будучи, ну, как я считаю, адекватным человеком, я стала искать аналоги. И у меня заняло несколько месяцев, чтобы опять-таки, да, за свой счет купить продукцию других компаний. Потому что если мы посмотрим, да, то вот витамарины А, Б, каротен, изостерон, ну, действительно, аналогов вот достойных, да, их в принципе аналогов на рынке нет. Поэтому хочешь не хочешь, идешь в Marina Health и платишь те деньги, которые они хотят за эту продукцию. Ну, я извиняюсь, но спирулина, хлорелла, сквален, натокиназа, да, кардиомарин тот же, но этого же полно на рынке. Вопрос, конечно, был в том, чтобы, ну, потратить определенную сумму денег и время, чтобы купить продукцию разных компаний, потестировать ее, да, заплатить опять-таки за это. Это же тоже все у нас в мире происходит не бесплатно. Вот, соответственно, получить свои результаты, это не очень, это там так себе, это на уровне, а вот это очень отличный заменитель. Ну, естественно, когда я все это нашла, я не могла не поделиться этим со своей командой. Потому что, ну, я считаю, что это правильно. Мы, если как бы единое целое, и мы идем вместе, то мы единое целое. А не так, что я вот буду пить что-то другое, да, а вы вот, пожалуйста, пейте, чтобы я с вас зарабатывала. Я так, ну, не могу делать. Вот. И, поделившись со своей командой, естественно, я обнаружила, что у меня очень много адекватных людей в моей команде. Ну, подобное притягивается к подобному, я всегда говорю, да, но смысл был в чем? В том, что мне даже люди подкидывали ссылки, где можно в открытом доступе спокойно купить ту же спирулину, хлореллу, сквалену, атокиназу компании ИТО и компания Алгая, да, продукцию этих компаний в принципе распространяет Marina Health. Ну, как бы возникает у любого нормального человека вопрос, да, зачем платить больше, если я могу заплатить в 3-4 раза меньше, потому что я же тоже потребитель этой компании. В общем, все эти факторы в совокупности, никакой из них, в принципе, наверное, не больше, чем другой, но вот оно, как вот это все в сентябре на нас нагрянуло, да, запустило цепочку событий, когда я стала снова искать на рынке, что есть, куда пришла наука. Ну, у нас жизнь не стоит вперед, да, у нас всегда мы либо развиваемся, либо деградируем. То есть невозможно думать, что я вот остаюсь в статусе кво в этой жизни, и как бы вот оно в статусе кво. Нет, если ты думаешь, что ты в статусе кво, значит, ты деградируешь. Потому что, ну, материальный мир, он так устроен, ничего не стоит на месте. Все, либо идет вперед, либо идет назад. Вот, соответственно, ну, цепочка событий была запущена. Я, надеюсь, на науку стала снова шерстить рынок. И результатом этого, естественно, и, слава богу, явилось то, что я, да, нашла ту компанию, с которой я сейчас начинаю сотрудничать. Конечно, это не результат, да, не тема этого видео, рассказать вам о другой компании. Если вам интересно, вы включаете следующее мое видео на канале, знакомьтесь, я надеюсь, что вы тоже примете решение попробовать эту продукцию. Ну, а если нет, то я желаю вам и компании Marina Health больших успехов. И хочу сказать, ребят, даже если вы меня терминируете, я с огромным удовольствием все равно буду продолжать рекомендовать ваши продукты. Витамарин А, витамарин Б, каротен, изостеру, тем людям, кому она нужна. Буду делать это совершенно бесплатно для вас, дорогая компания Marina Health. Спасибо за сотрудничество. Ну, искренне я остаюсь также потребителем этих продуктов. Благо, что, да, их надо пить капельно, не нужно хлебать литрами, поэтому, в принципе, ну, флакончик можно растянуть, да. И буду обязательно с большим удовольствием рекомендовать эту продукцию, если она будет человеку нужна. Потому что я всегда огромнейший противник сетевого бизнеса, который вот компании себя позиционирует. Это сейчас не к Marina Health, а в общем, да, как панацея от всех болезней. Такого не бывает. У каждого продукта есть свой спектр применения. Есть свои сильные, есть свои слабые стороны. Соответственно, естественно, и у витамарина А свой спектр применения, и у витамарина Б, и у каротена, и у застеры что-то они могут сделать и подарить, да, человеку, а что-то не могут. И вопрос только в том, чтобы, ну, я считаю, да, как профессионал этого бизнеса, правильно подобрать продукцию человеку. То есть, если у вас диагноз тот, где поможет витамарин А, я вам и так бесплатно порекомендую. Бесплатно, да, потому что, ну, естественно, они меня терминируют. Вот. Все равно порекомендую.
Потому что, ну, я за то, чтобы было больше света, было больше людей здоровых, да, и было больше правильности в жизни, что ли. Вот, ну, в общем, неважно. На этом все. Я заканчиваю. Надеюсь, вы ко мне присоединитесь и посмотрите другое видео о той новой компании, куда я перехожу. Все, всем привет, всех люблю.